Всем ассаламу алейкум, братья мои. Короче, сегодня будем у людей узнавать плов чей. И посмотрим, что люди ответят, как бы, да. Погнали. По-братски, короче, подписывайтесь, колокольчик нажимайте, комментарий, лайк, все дела. Салам алейкум, брато, салам. Салам алейкум, А где мы еще, брато? Айвахш. А что мы где, брат? Дарвоз. Сразу, хиткан, тоджики, хида, где, брат? А где? Курган. Хай, короче, хамай, то есть, бародору, як савол дором, хами, ош, плов чей, плов? Таджикский. Плов чей? Таджикский. Девушки, на пару минут плов чей, можете сказать? О чат мара. Медюши рейлки подара. Плов тоджики, а я, брат? Плов тоджики, а я? Плов тоджики, брат? Гап то на дормара, мегун плов тоджики, а шеруйнар. Ама мега узбеки, а не кема медунки тоджики. Плов оши тоджики, бародаро. Короче, шеруйнар, бахами, короче, бахами, джамбас, мекнем видеора. Будрой поддержка, как не лайк, пайк, подписаться, матписаться. Канал, брат, кара пранк. Просто медрой. От нас, да? По-любому. Просто, короче. Салам алейкум, брат. Как тебя зовут? Дониор. Откуда будешь? С Таджикистана. Брат, смотри, короче. Плов узбекский или таджикский? Таджикский. Таджики говорят, что плов таджикский, узбеки говорят, что плов узбекский. Это как понять? Сегодня собирались плов кушать, пока покушали. Что не кушали. Таджикский плов кушать, сделайте, да. По-братски. Русским тоже, короче, этот. Угощайте, угасит. Да, чтобы они знали, что плов все. Это таджикский. Конечно, да. Все, спасибо, угасит, брат, да. Мой. Рахмат. Алло, не габон. Братух, вас зовут? Зовут вас. Как вас зовут? Гарри. Как? Гарри. Гарри? Ну как Гарри Поттер. А, типа. Гарри Поттер, нифига, похож чуть-чуть. Смотри, брату, короче. У меня к тебе, короче, пару вопросов. Меня знаешь? Терминатор. Не смотрел? Нет. Ладно, не факт, смотри. Короче, у меня один вопросик такой у тебя, бомбу шикарный. Давай. Плов узбекский или таджикский? Узбекский. Может, таджикский? Ну, я знаю только узбекский. Меня... А ош? У меня про... А? Ош. А что это такое? Это плов. А, не знаю. Получается, плов узбекский, да? У меня просто есть знакомый узбек, вот, и поэтому узбекский, да. Из-за этого ты думаешь, что узбекский? Ну, он постоянно говорит узбекский плов, поэтому... Таджики говорят, что плов таджикский. Ну, сорян, но я вот именно с узбекским знаком. Все, спасибо большое. Спасибо, брату. Минуточку можно? Можно. Как вас зовут? Шерзат. Шерзат, брат, откуда будешь? Откуда? Да. Ну, родом откуда? Узбекистан. Смотри, брат, плов таджикский или узбекский? Узбекский. Может, таджикский? Плов, да? Да, да. Узбекский. Почему узбекский? Мусульманка, вообще, узбек, таджик, кыргыз плов есть? Я думаю, что не плов таджикский. Ош таджикский же. Ош узбекский. Плов парский, русский. Подожди, ош получается узбекский, да. А плов таджикский? Таджикский не знаю. Плов таджикский, ош узбекский? Ош узбекский, да. Ош узбекский. Плов таджикский, правильно? Да, правильно. Все, спасибо большое, брат. Спасибо. Девочка, здравствуйте. Я вас издалека заметил. Минуточку, пожалуйста. Как вас зовут? Юля, смотрите, короче. Меня Кара зовут, у меня свой YouTube-канал. Хотел у вас спросить, плов чей? Плов? Да. Узбекский. Может, таджикский? Узбекский. Таджикский, может? Узбекский. Узбекский, да? Все, спасибо большое. Здорово. Здорово. Как вас зовут? Акром. Как? Акром. Акром, откуда будешь, брат? Узбекистан. С Узбекистана. Смотри, родной. Только можешь тихо сказать, а то таджики услышат. Плов чей? Плов чей, плов. Плов? Да. Плов чей? Плов чай или не, чей? Плов чей. Еда. А? Еда. А? Еда. Плов чей, плов чей. Плов чей? Да. Сам узбек? Да. С Узбекистана, да? Да. Вот плов чей? Плов таджикский или узбекский или киргизский? Плов чей вообще? Ну точно не знаю. Чья национальный? История не знаю. Чья национальный? Может узбекский, может таджикский, точно не знаю. Как ты думаешь, плов чей? Я думаю... Пацаны. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Откуда будете? Не буду, я по-русски не понимаю. Подожди, один слово. Плов чей? Не. Плов чей? Скажи, а то бить буду, иди сюда. Девушка, можно вас на минуточку?
Минуточку, короче, смотри. Тут все убегают от меня. Плов чей? Плов чей? Плов чей? Таджикский или узбекский? Таджикский, да? Я так и знал. Так, минуточку, здравствуйте. Как у вас дела? Минуточку. Мы очень торопимся. Минуточку, просто минуточку. Как тебя зовут? Хорошо, хорошо. Станислав. Вакуум. Намина. Точнее, как тебя зовут? Намина. Намина. Смотрите, короче, у меня такой вопрос. Плов чей? А, этот, как его там? Плов чей? Сейчас. Узбекский? Нет, какой? Тебя за это, ай-яй-яй, киргизский, по-моему. Плов чей? Я смотри, читал монгольский, недавно. Монгольский, казахский и ургутский. И таджикский, и узбекский, и казахский. Плов чей? Узбекский, наверное. Мне кажется, монгольский, нет? Может, монгольский. Монгольский, да? Возможно. Плов? Он для всех. Плов для всех. Мусульманский, да? Да, для всех. Все, спасибо большое. Удачи. Удачи. Плов чей? Далик, плов чей? Плов российский. Девочки, здравствуйте. Пару минуточек я возьму вашу. Плов чей? Просто скажите, плов чей? Плов узбекский или таджикский, или там чья национальная? Узбекский. Блюда? Плов, думаете, что узбекский? Наверное. Да? Все, спасибо большое. Спасибо. Плов таджикский, если что.